Джанни Родари. Сказка «Солдатское дело». Когда кончились все войны, солдат Винченцо де Джакомо вернулся домой. Вернулся он в рваной армейской форме, с сильным кашлем и с солдатским одеялом на плече. Кашель и одеяло – вот и все, что он заработал за долгие годы войны. Но кашель не давал ему ни минуты покоя и очень скоро свел в могилу. Жене и детям осталось со солдата только старое одеяло. Ребят было трое. Самому младшему, тому, что родился между двумя войнами, только-только исполнилось 5 лет. Солдатское одеяло досталось ему. Каждый день, ложась спать, мальчик укрывался отцовским одеялом, а мама принималась рассказывать ему одну и ту же бесконечную сказку. В сказке говорилось про фею, которая ткала большое одеяло, такое большое, что им могли укрыться все дети, что дрожат от холода на нашей земле. Но всегда получалось так, что какому-нибудь мальчику его не хватало, и он плакал и тщетно просил хоть самый маленький краешек одеяла, чтобы согреться. И когда фея распускала старое одеяло и принималась ткать новое, побольше, потому что оно обязательно должно быть целым. Добрая фея работала день и ночь, она ткала и ткала, не зная усталости, и малыш засыпал, так и не услышав, чем кончилась сказка. Он так ни разу и не узнал, удалось ли фее соткать такое дело, чтобы его хватило на всех. Малыша звали Дженнаро, и жил он вместе с семьей недалеко от Кассино. Зимы там холодные, а это выдалось еще и голодное. Вдобавок ко всему заболела мама. Что делать? И тогда отдали Дженнаро знакомым, которые прежде были их соседями и теперь стали просто бродягами. У этих людей был старый фургон, и они ездили в нем по всей округе, где милостыню попросят, где поиграют на шарманке, а где продадут ивовые корзинки, которые плели во время своих долгих странствий. Дженнаро дали клетку с попугаем. Он клювом вытаскивал из ящики билетики с числами, которые вроде бы могли выиграть в лотерее. Дженнаро должен был показать попугая людям, а те могли за несколько грошей получать от попугая такой билетик. Дни тянулись долгие, скучные. Случалось, они попадали в села, где люди были такие бедные, что и милостью подать не могли. И тогда Дженнаро доставался совсем маленький кусочек хлеба и совсем немного пустого супа в миске. Зато ночью, когда мальчик укладывался спать и закутывался в старое отцовское одеяло, оно было самым главным его богатством, он сразу же сладко засыпал. Ему снился попугай, который рассказывал сказки. Один из тех бродяг, что приютили Дженнаро, когда-то воевал вместе с его отцом. Он полюбил мальчика как родного, рассказывал ему разные истории и между делом учил его читать всякие надписи, что встречались по пути. Названия городов, деревень. Смотри, это буква А. Вот эта буква, похожая на калитку с покосившейся перекладиной, И. Это палка с кривой ручкой, Р. Дженнаро все схватывал на лету, бродяга купил ему тетрадь и карандаш и научил списывать надписи. Дженнаро целые страницы исписывал ими. Писал, например, «Анкона» или «Пезаро». И, наконец, настал день, когда он сам, без всякой помощи, смог написать свое собственное имя. Букву за буквой, без единой ошибки. Какие же прекрасные сны снились ему в ту ночь, когда он уснул, завернувшись в старое солдатское одеяло своего отца. И как хороша эта история, хотя она и не закончилась, а так и обрывается на полуслове, словно в конце предложения вместо точки поставлен восклицательный знак.